Всем привет! Сегодня покажем точильный инструмент от компании BageMate с артикулом 530 Edge Maintenance Tool. Как-то так. На обороте краткая инструкция, где есть иллюстрация по применению. Ну, мы, безусловно, все это аккуратно открыли и по точильному инструменту. Чем она хороша? Тем, что компактный размер, имеет клипсу, да, можно носить ежедневно, брать с собой в поход и при этом ежедневно, ежечасно править режущую кромку и сохранять ее в достойном состоянии. Размер у нее действительно компактный. Ну, давайте покажем на примере Griptilian, дабы не уходить от данной марки. И в сложном состоянии они практически, ну, немножко меньше, но не сильно. Клипса надежная. Она раскладывается. И также здесь на обухе, вот в этой части, есть пазл или паз, да, для прокрутки. Можно крутить керамическую часть. То есть, если вы часто применяете, эта часть, она прокручивается и сменяется положение. Вот. Вот мы немножко прокрутили. Какие еще особенности? Ну, керамическая часть и на обратной стороне такое полотно для более мелкой фракции. Геометрия точилки такова, что с двух сторон задается угол заточки. То есть вы кладете клинок на правую или левую часть, и тем самым автоматически задается правильный угол. Это очень важно, поскольку когда применяем, да, на бруске, выдержать именно угол заточки не всегда можно, и это достаточно пагубно влияет на режущую кромку, поскольку если ее угол задать слишком большой, то кромка расширяется, если слишком маленький угол, то кромка тупится, и выдержать угол не всегда можно. Для этого необходимо применять дополнительные устройства, да, для задания угла заточки. Но в этой точилке именно угол сохраняется, то есть кладем на полотно и движением на себя правим. И аналогично, то есть кладем на противоположную сторону и таким образом кромка, она подводится практически идеально, поскольку задав, да, однократно угол, его тяжело нарушить, ну, то есть сменить. И, вот. И таким образом мы проводим всю режущую кромку, и на уже обратной части, напротив, движением от себя, доводим кромку до идеального состояния. И таким образом, буквально тратив совершенно небольшое количество времени, мы можем держать кромку на высоком уровне. Мы покажем это на листе бумаги, это товарный чек,
который очень близок к газетному полотну. Согласитесь, не каждая модель ножа, не каждый нож может совершать рез на таком высоком уровне. Вот такой инструмент для ежедневного применения. Всем до свидания.